мясного магазина. Это еще не все. Вот еще. Такой магазин смешной. Картинки такие. Праздник какой-то, что ли, сегодня? Между прочим, первый раз, когда я услышала, как тут колокола звенят. Я думала, их вообще нет. Вот какие-то уже все отцвели. Вон розочки цветут. Прохладненько. Ну как прохладненько? 16 градусов сегодня. Ну хорошо так. Вчера такой ураган был, прям ветрище. А сегодня тихо. Иду на почту. Пойду узнаю, что-то не звонят мне. Ничего мне не пришло. Вон лебедей сколько. И вон там за камышами. Первый крымско-татарский художественный фильм «Сказка» «Хыдыр-Деде». Когда машин нет, такая тишина прям. Все, едет какая-то машина. Бабочки летают. Ну вот, мы в Евпатории. Алинка к врачу пошла. Ну, пошла, отвезла я ее. Вот такой, такой центр. Ой, осень. Какие-то деревья желтые стали. Такой прям денечек сегодня хороший. Тепло так. И ветра нет, главное. Прямо осень-осень. Так, мне вот этот цветочек понравился, смешной. Его обрезают или он так сам ровненько растет? Цветочки красненькие, мелкие. Здравствуйте, мои дорогие. Ой, жду Алинку, она уже там 50 минут у врача. Надо ждать. В городе побывала, в магазине большом. Ух ты! Собачка. Собачка. Ждет, ждет. А мне кажется, он... Ну, бросили его. Мне кажется, он давно здесь ждет. Да ну, просто может там ходят в магазин. Думаешь. Берите мне. Что я с ним идти не могу? Ой, эти женщины. 28 минут. Эти женщины. А вот это вокзал железнодорожный. Когда же будут сюда ходить поезда из России? Когда же достроят мост железнодорожный? Я прям представляю вот эти толпы пассажиров. Сейчас поедем домой. Ой, дед голый. Это окраина самой Евпатории.
сторону Черноморского. В середину мы, в центр мы не заезжали, нам не надо было. Ну вот прям сразу видно, что кончается город. Вот машины, машины, машины. А в ту сторону поедем только мы. Октябрь месяц. Ну вот, мы в своем Черноморске. Понятно, да, что мы в Черноморске. Народа нет, машин нет. Тишина и покой. Время 4 часа дня. Вот такие у нас приходят. Прямо на терраску кушать пришел. Я его взяла вот в гостевую комнату. Снять, показать. Спрятался за подушки. Где ты там? Вон он. Подросток такой маленький. Да не бойся ты, не бойся. Ты не бойся. Я тебя отпущу сейчас. Маленький. Маленький. Иди сюда. Ну пойдем сейчас, отпущу я тебя. Пойдем. Не бойся. Я уже, знаешь, сколько вас таких видела тут. Ой. Ты такой хороший. Ты такой смешной. Я тебе поесть положила. Чего ты? Ладно, сейчас я свет выключу. Уйду. Прячься. Ну куда ты полез-то? Господи. Thank you.